Сегодня пятый день, идем на пляж, и всех местных хочется, и не местных хочется убить. Они все задолбали. Погода даже за полчаса может испортиться и превратиться из солнца вот в мини-шторм. Что? А я видео записываю. О, солнышко. А что, мы ушли? А если вернуться, деньги не надо будет платить? Фотик такие тучи не передает. Сейчас у нас вторая попытка пойти на пляж, потому что первая... Опа. Видал с неудачей из-за того, что... Чего сделать? Ну, конечно, не смогли мы сгореть первый раз, потому что пришла туча и всех испугала, и пошел дождь. Сейчас время 2:30, и мы идем еще раз сгорать. Вообще время сейчас... Лежим, расслабляемся, ни о чем не думаем, загораем. Солнце, море, воздух. В Москве привет. Мы идем как зомби. Все в одно направление. Как соль. Мы все зомби. Все, наверное, как мы, идут в центральный супермаркет. Город Сутамора. Там мы собираемся затариться продуктами. Что? Не, ну мы тогда шли вот через тот мегаквартал вот туда вот. А, отель Никшич. Никшичко. Ресторан главный. Апотека. Поста. Короче, мы все идем. Конца этой дороги не видно. Справа от нас рынок. Здравствуйте.
А слева ничего нет. Скоро супермаркет. Вот это странное. То есть сторона города Сатамора. Ну идем, идем. Что там? Вот закупились в местном супермаркете, сейчас идем домой, все это есть. И на местном рынке. Все, увидимся позже.